мисс Фергюсон. Нас впечатляет то, что вы перескочили через класс по математике, но спать на уроках никто не разрешал. Да нет, я не сплю, правда. Тогда вычислите объем изображенной здесь фигуры. Шесть пив в квадрате. Я же не просил вас гадать. Я не гадала, это ответ. 26 пив в квадрате. Точнее, и 9, 7, 7, 8, 9 после запятой. Но я просто решила округлить.